если убрать модуль, можно понять, что x плюс 2 или x плюс 1 это минус. Верно. А значит? А значит, x равно 2 плюс 1 или x равно минус 1. Ну да, x это 3 или минус 1. Заметьте, это абсолютно верно, но вы сейчас пользовались вот этим определением, да? А могли нарисовать геометрическую картинку. То есть нарисовать число 1 и взять окружность радиусом 2. Эта окружность как пройдет? Вот здесь вот уже комплексные числа, это неинтересно нам. А здесь число 2, здесь число 3. Так где же она пересекла? Окружность с радиусом 2, где пересекает вещественную прямую? В точке 3 и в точке минус 1. Значит, вы абсолютно правы.